Так, погоди. Почему ты еще не подписался на мою группу ВКонтакте? Ведь там ты можешь найти много всего интересного. Например, расписание выхода роликов и новости, связанные с каналом, и не только. Ссылка в описании. Здрасте, ребятишки! С вами Ральф и Рирс, мы продолжаем играть. Во что же мы продолжаем играть? В Раст, ребятки! В Раст! Да. В самую эпичную игрушку. Ну, после арка, конечно. Подмазался, да? Немного наркоманского смеха. В общем, нашу хату вынесли какие-то петухи. Ну, условно назовем их так. Не надо, а то опять придут. Да пусть приходят, повоюют. Потому что так только... Они знали, ночью видишь? Придут. Знали. Это кто-то увидел наши видео на смысле. Может быть, кто-то из подписчиков. Если признавайтесь. Это ты, то друг, я тебя найду. И забаню. Забаню. Чем будем заниматься, Ральф? Чем? Ну, надо застроить, короче, нам вот эту дыру. Как-то, я думаю, не только застроить, а как-то усилить, что ли. Думаешь, не надо? Усилить наш дом. Надо. У меня есть пара идей. Был неприступный, так сказать. Строительство на айсбергах запрещено. Ну вот. Все, еще идем на другой сервер. Я это хотел. Пингвинов поубивать. А где айсберги-то? Я в этой игре их еще не... Где-то вон, ну, по карте посмотри, что такие белые глыбы. А, понял. Так, я домой зашел, пришел. Что-то здесь темно у нас. У тебя металл-то есть? А, да. Ну как металл? Не переплавленный, конечно. Ну я сейчас... Давай я тогда план постройки замучу. И кияночку. Блин, на И тыкаю, блин. Арк головного мозга, все дела. А прикинь, у меня это... Котлеты? Котлеты, да. У меня, короче, баррикада есть. И чё? Я не знаю, нахер она нужна. Пока. Может, нужна для чего-то. Ну, будем надеяться. Сейчас вот так вот и зажечь. Так, ну я... Нет, подожди, вот это еще, наверное. Это ты там пробегаешь? Нет. Да, чё ты меня обманываешь? Ну, вот так вот замутим. Или не надо так? Может, ниже так же замутить? Ниже не получится. Ниже, да, ниже, к сожалению, наверное, не получится. Да, вот такой вот, ребятки, у нас домишко. Такой вот. Так, да, ты хочешь прям сделать вот так? Да, сейчас обматываем. Давай я хоть сделаю себе кияночку. Помогу тебе в металл, может, тогда сразу буду переделывать. На, блин, что я... Чё за говнище не строится здесь? Да, это печально. Так, а киянка, чё, дерево надо? Я всё скинул дерево, да? Очень это грустно. Ну-ка, дай-ка мне вот так вот дерево. Как не могу сделать? Да ты издеваешься, что ли? Я ж скинул себе чутка. Чё ты там скинул? Да дерево чутка пытаюсь себе скинуть. Во, отлично, чё-то лагануло меня немножко. Так, и кияночку делаю одну. А и может, думаешь? Чё, кияночка? Угу. Конечно, конечно. Но пока у меня только, конечно, камень есть. Но пока в камень переделаю. А чё ты не строишь это здесь, дура? Не хочет, да? Блин, ты прям в камне зафигачил, нифига себе. Да. Да, слушай, такой вот здесь прям даже заход такой можно делать. Хотя... А здесь замутим этот, знаешь, что... Тройные двери какие-нибудь поставим. Здесь там, не знаю, что-нибудь. Можно углами, стенки, да? Да-да-да, что-нибудь такое замутим сейчас. Давай-давай. Это хорошая идея, хороший согласен. Проем вот здесь вот воткнем вот так. Потом с этой стороны воткнем просто стенку. Вот так. Так, подожди, это... Да, вот это дерево. Сейчас я тут как раз просто переделаю, за тобой иду, переделаю. Так, подожди, а сверху у нас метальчик? Здесь вот так вот будет. Комната такая. Надо еще, главное, вот здесь вот тоже стенку вот так. Оп. И вот здесь такой дверной проем еще один. Оп. Так. Ой, ё-моё, нифига, я уже оборачиваюсь с другой стороны, короче, уже стена стоит. Замуровали демоны, как в фильме. Блин, вот эту вот надо раздемолишить. Можешь демолишить все? А какую? Вот эту? Угу. Сейчас попробуем. Слэш. Ремове. У меня вообще не очень получается. Это без рук просто убери все.
Нажми кнопку. Убрал. А, все, нифига так просто. Алочка, идеалочка. Ну, так, все, забираем. А ты специально замуровал сразу, да? Чтобы, короче, не было вариантов. Только демолишить. И все. Блин, неудобный выход. Да ладно. Так, ну что, у нас тем временем-то метальчик уже подогрелся чутка. Слушай, это говнище какое-то, это не выход ни хрена. Это, ребята, не выход из положения. Что там у тебя получилось? Сейчас я тут гляну. Камня нет у меня. Камня у тебя нет? У меня есть. А, у меня вот, все. Вот так вот здесь замутим. Двойные двери тебя ласкают, двойные двери шепчут тебе. Ой. Ну, рассказывай, что делаешь. Так, что я делаю? Я вообще ВКонтакте писал. Нашел ты вообще время, блин, когда ВКонтакте писать. Ну ты вообще фраер. Сдал назад. Нужно было отлучиться чутка. Так, чё, тем временем здесь у нас... О, нифига, ты там уже достроил. Сейчас я иду, я, в принципе, немного метальчика взял. Сейчас это мы пока все в камень, наверное, переделаем. А это нам не нужно, мне кажется. А в плане не нужно? Или нужно? Так, ладно, нам бы... Наверх. А как тебе оттуда забираться наверх? А вот по камушку. А, ты вот так вот, хитро. Сейчас я за тобой тут, надеюсь, получится... Да, все получилось, залезть. Вот тут это нам нужна вообще? Как думаешь, эта хрень? Чего? У нас еще говорят, вот там это? Двери неправильно поставлены в доме. А, да. Нам стены вот здесь вниз нужны, и сверху нужны стены. Ну, короче, здесь у нас такие двойные будут. Ну, мы, правда, все в металл сейчас замутим. Крышу тоже нужно же в металл. Поэтому, наверное, с нее и нужно будет. Пока этому пока стенки не ставь. Подожди. Их надо демолишнуть. Вот так вот. Блин, я так буду долго демолишить. Ты долго так будешь, да. Ремови. Как же неудобно это сделано, это просто пипец какой-то. Ремови? Ну. Я с тобой полностью согласен. Погоди, а что ты делаешь? Я хочу здесь смотровую вышку сделать, чтобы отстреливаться можно было. Или не надо, как думаешь? Ну, мне кажется, такую смотровую вышку нужно делать выше. Потому что... Ой, олень! Ты что здесь делаешь? Знаешь, есть олени из будущего. Да, есть такие. А это просто тупой олень. Да. Где ты? Я думаю, что-то ходит рядом. Смотри, как бегает. Вот так я хотел замутить. Оп. Тупо отстреливаться здесь будем. А мне кажется, что такую штуку для отстрела нужно выше делать, нет? Ты не думаешь? Давай выше. Потому что так... К нам смогут зайти в эту точку отстрела просто. Ну, есть в твоих словах логика. А тут мы металлом просто зафигачим. Прямо все. Прямо все думаешь? Прямо все. Прям даже думать не будем. Ты уверен в этом? Конечно. Что прямо все. Прямо все, так прямо все. Крыши не хватает. Ты только одну дырку здесь оставь, потому что нам же это все нужно в металл переделать. А зачем дырку тебе оставить? Ну, чтобы мы могли сюда зайти. А, ну вот здесь разберем. Да и все. А, ты хочешь, чтобы сюда был вход? Ну, ну да. Тогда дверь нужно будет скрафтить, дверь поставить. Здесь вот так заделаем все. Ну да, давай. Сейчас давай сразу выше тогда. Ой-ой-ой-ой. Вот так. Вот здесь я ремовываю, да? Да, там какую-то серединку. Это у нас третий этаж, да, получается? Мы сейчас на третьем. Металл фрагментами нужно 75 штук. 50 камней и 100 есть. Дерева. У меня есть, я сейчас сделаю. Давай, ремовни. Слышь, ремови. А прикинь, сейчас бы без камней были. И без ничего, короче. Так, какую? Вот эту, да? Вот все. Не, это прям над люком. Ну, что надо поделать? Вот здесь. Да мы уже металл же простроим сейчас. Ну, блин, ну сделаем камень. Ну, как... давай, ладно, хорошо. Хорошо, как что-то как Ральф. Слушай, а я что-то не могу, прикинь, вторую не ремонт. Хватает, да? Ладно, металл, хрен с ним, пускай здесь будет, вот так. Не понял, а почему не хватает? У меня металла до хрена. Не понял. А, дерево, у меня дерева нет. Все выше ясно. Будем строиться? А, в металл сразу переделал случайненько, не хотел. Ну ладно. Выше строиться будем? А, да, я думаю. Ремонт здесь тогда. Я думаю, стоит. А, дерево, сейчас, подожди. Давай я тебе дам. Давай.
Ух ты, дерева там не столько. Я не знаю даже, делиться с тобой или себе все закрыть. Делись, конечно. Нужно делиться. На, забери. Блин, текстурки такие прикольные сделали для дерева. Мне нравится. Так, надо ремувнуть. Слышь, ремове. Слышь, ремув. Слышь, ремув. Да. А, так, где? Ну, посерединке, наверное, зафигать. Да, или вот, вот тут вот. Да, и похер. Да. Ну, давай тут. Все, окей. Убрал. Люк? Люк ставить или что? Конечно. Наш... Или лесенку вот такую. Не, люк. Ну, давай сначала лесенка будет. Потом в люк переделаем. У нас основной лут-то как бы внизу получается, да? Ну, да. Наверху-то тоже мы можем сделать. Ты смотри, я косячок нашел. С той стороны. Да, я вижу. Уже бегу с кияночкой. Че, вот здесь вот такая будет смотровая такая? Или еще выше поднимем? Не, я думаю, будет достаточно. Хотя, может быть, наверное, еще выше нужно. Потому что отсюда с подсадкой можно будет запрыгнуть, согласись. Да, да. Поэтому точно. Лучше, скорее всего, делать еще один. Давай будет. Еще один этаж. Поехали! Ой-ой-ой-ой, ты давай за мной косяки так убирай. Чтобы быстрее было. Раз ты там ремонт хорошо получается. О, нифига ты тут уже... Какая вышка получилась. Я где-то уже такое видел. Она не строится дальше. Кто строится дальше? Не строится дальше. Попробуй ты, может, у тебя получится. А, выше не строится? Застроить это вот дело. Нужно крышу здесь сделать. И вот здесь крышу тоже. Или здесь можно оставить, кстати. Внутри. Ну давай попробую, но у меня просто нет этого. Чего? А, сейчас все есть-то. Не, план постройки у меня есть. Сделаешь? Сейчас сделаю, конечно. Вот что ты сделай. Сделаю сейчас. Что ты на меня наезжаешь? Я не понял. Я не понял, что ты на меня наезжаешь? Вот и хочу, и наезжаю, у тебя-то что? Да зачем ты на меня наезжаешь? Слышишь, ты вообще тут ушел на час, блин. Я на какой час? Сидел один записывал. Не было меня всего 3 секунды. 3 секунды, 15 минут так. Потолок. Вот все. О! Ого, хер. Че, не строится? Не, я только что... Я не понял. Я сам не знаю. Че за дичь? Может, баг какой-то? Ну вот я сейчас... Может, так высоко нельзя? Да, можно, блин, там еще выше строят. Да и шкаф сюда поставил, все равно не хочет. Какого хрена? Не знаю. Ну-ка, давай-ка попробуем демолишнуть и попробуем здесь... Можно здесь это сделать, лесенку? Да, лесенку-то можно. Вот, вот так вот. И туда я хочу попробовать поверху, может, побегать. Может, как-то так получится. Хезе. Хитро ты хочешь придумать, короче, да? Ну, сейчас мы топориком хрязь. Лень было писать ремов. Да так быстрее, что я несколько раз ударился. Так, ну что, посмотрим. Во-во-во, было. Было? Что-то разрушилось. А у меня уже была такая анимашка, которая разрушилась. Я не знаю, как с этим бороться. Блин, ребятки, у нас получается будет открытый дом. Говнодом это будет какой-то. Хоть! Допрыгнул. А какого хер реально он здесь не строится? Ну может, ладно, пал... у нас же тут закупорено. Сюда люк просто поставим и все. Погоди, может здесь нужны эти опоры какие-то, нет? А, в натуре. А в натуре. Давай сейчас наставлю. Вот, а, так тоже... попробуй. Я, правда, как-то, наверное, неправильно их ставлю. А, ну у тебя так же получается, значит нормально. Нормально. И чё? Я хз пока. Во, в натуре опоры нужны. Во! Нифига ты говоришь. Я дерьмово играю, я вообще ничего не кто знаю. Кто так тот раз говорил? Ты постоянно мне так говоришь. Я ж про арк говорю, а не про раст. Ну да, ладно. Нифига ты, ну это за это лайк по-любому. За гениальность Ральфа. Ну. Так, ну чё, поехали к крыше, теперь я... Тоже буду наставлять. Ать, лесенка, крыша. А нет, смотри, один кер, вот он что-то дальше так, здесь вот так не дальше хочет. Надо их ставить. Ну да. А, типа они здесь держаться будут только на аре. Щука всё, какая-то. Все, понял. Короче. Хитро. И все. И там тоже люк, наверное, будет у нас. А, думаешь, еще вверху-то будет, сможем ходить.
Ну, пусть ну, будет. Ну, что-нибудь, может, в будущем сделать. Хотя давай закупорим, да и все. Давай, я сейчас тогда это делаю. Не, не, а 100... Как да играть-то будем? Все. Открыто. Вернул. Открыто. Но, сколько кстати, у тебя камней, если не секрет? До хера, 7 тысяч. Давай. 3 тысячи. Выбросить. Блин, все выбросил. Ну, короче, набери. Я тогда апгрейдить пошел. Давай, давай, хорошо. Сначала этот этаж заапгрейжу до конца. Может быть, сначала вот этот этаж, какой? Который здесь? Ну, вот этот, который я вот... Третий этаж, так получается. А там же заапгрейжено все. Ну, тут у нас в камень. В камень. Ну. Я а, пока здесь конечно. Дверь какую-нибудь придумаю. Давай, придумай. Какой-нибудь, да какую-нибудь дверь. Какую-нибудь металлическую еще причем. И, кстати, вот второй этаж, а у нас здесь вообще второй этаж без двери. Заходи, кто хочет. Да? Да, вообще. Ага, серьезно же. Да, мастера защиты. Вообще жесть. Так, ладно, металл. Ну, да, это косячок, нас, косячок. Да? Мы здесь его соберем сейчас. Двери, по-моему, там чисто из металла же, по-моему, дверь делается, да? Да, там так. Что-то металл. Соберем... Три пин-кода, нет, 4 пин-кода лучше сразу. И вот железные двери из фрагментов. Сразу точка 4 сделаю. Вот так хорошо. Вот так вот. Так, блин, ребятки, а пин-код-то нужно ставить? А вы же смотрите сейчас серию. Да 4 пятерки ставлю и все. А мы типа не палимся? Ну потом да. Переделаем. На 3 пятерки. Оп. Ребятки, я надеюсь, то, что дверь я поставил правильно. Мне как Рив сказал, то, что бывает неправильно, а бывает правильно. И вот... Да я же не знал бы еще, как правильно, как неправильно здесь. Так. Так. Все, эту дверь я закрыл. Здесь вообще еще два проема. И здесь вообще нужно было, я думаю, что-нибудь зафигачить. Дай-ка я приду. Давай, давай, проходи, конечно. Так, ну главное то, что я закупорил вот ту дверь. А, сейчас пойду... Погоди, а где у нас? А, вот вверх. Вверх, наверное. Вверху дверь поставлю сейчас. Я пошел за камушком. Давай, камень давай. Закончился у нас, нужно больше камня, ребята. Нужно больше упал. Камня. Ну, а прикольный дом-то получается. Да, довольно симпатичный, согласен с тобой. Сейчас я тут, блин, вот дверь. Все, эту дверь ставлю. Металла у нас дофига. Блин, богоюзерство пишет запрещено. В каких играх богоюзерство разрешено, интересно? А, богоюзерство? Ну. Так, шкафчик надо заюзаться. Плюсик. Авторизовался. Так, ну согласись, рядом с таким домом нужно уже хреначить, короче, много этих. А, как их называют? Как их называют? Скажи мне, я тебе скажу. Как говорится. Много ну-ка. Шкафов. А зачем? Чтобы нас не рейданули, не подстроились. А. Хотя к нам пока некуда подстраиваться, к нам можно просто запрыгнуть и зайти, так сказать, с камня. Ну да. Ой, это ты там долбишь. Ты? Ты? Не ты? Где ты? Кстати, смотри, у ребяток серединку-то не выломали, по-моему, а в серединке, может, что интересное есть? Давай попросмотрим. Там какие-то давай. Флаги. Давай. А можешь меня здесь подсадить? Или я тебя подсажу? Давай здесь, здесь посмотрим, здесь. Может тут ломано. А там не ломано, я там уже бегал. Да? Да, то есть считай, вот этот этаж, он не проломанный. Что, у нас плавно в рейд превращается база, да? Ну... Не, ну нам в любом случае, согласись, с тобой надо достроить это все дело. Да. Там и печки вон стоят, а это ящики такие. Модные. Да, там ящики на втором этаже есть. А на первом этаже интересно, что... Погоди, там бомж что ли спит? Ну, когда что это. Как там подпрыгивают? Встанем сюда, я попробую начать. Давай, прыгнуть. Давай, на меня попробуй прыгнуть. Не, просто стой. А, просто хорошо стою. Давай. Не, поближе. А, во, плоп. О, отлично. Давай, да, заюзай там шею. Спит. Флиппер. Да. Это подписчик. Да, ну тогда давай его не будем трогать. Давай, ресы возьмем какие-нибудь. Давай его не будем трогать, просто ресы возьмем у него. Ну, может, камень есть. Че, он обидится, что ли, все равно возрыть. Не, нет, этот ни хрена. Надо еще в нем посмотреть, может в нем что-нибудь лежит.
Погоди, а как так его зарейдили, да? А и как-то... И чё, он лежит там еще до сих пор? Не трогал его никто, видимо. Ну. Ну, любой бы человек в расте убил бы, но 100%. Здесь просто других вариантов нет. Хз. Странно. А может быть, это он нас зарейдил? И... Может быть. Типа такой, типа, ну я, типа меня тоже зарейдили такой. Актер, знаешь? Без Оскара, да? Без Оскара, да. Ди Каприо. Ди Каприо с Оскаром. Ну, уже да, уже да. Он уже молодец. Джим Керри. Джим Керри без Оскара? Да. Не знал об этом? Не, я не знал. Ну, я как бы и не такой фанат Джима Керри. А чё? Так тебе скажу. Ну, не знаю, как бы... Нет футболки с его именем? Да. Эх. Как-то, если сравнивать Ди Каприо и этого какого там, второго забыл как, Джима Керри, то с Ди Каприо мне фильмы больше нравятся. Ну, Джим Керри, он какой-то такой, но он юмористический, а у Ди Каприо более какие-то такие серьезные, что ли, фильмы получаются. Ну да. Верно. Разного жанра. Ну да. Разного поля игроки. Да. Как попал, сам не ожидал. Прямо в задницу. На бабки? Зарядил. Оленю. Mm. Ой, это даже две стрелы я в него засадил. Я не знал. Где ты? Бочку уже вижу. Бочка — это хорошо. Бочка — это чертежи, где-то всегда прекрасно. Это да, это да, это да, 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 да. Так, что у нас еще есть? Ну все, я немного там пособирал, по собирательствам занялся. Так, пойду помогать тебе доделывать. Надо как-то там достроить, что ли, достроительство. О, ледоруб. Че ледоруб? Хочу проверить, как ледоруб, рейдоруб рубит камень. Лучше или хуже кирки? А что такое? Ну это кирка лучше найти. А, да? Нифига себе, это круто, круто, круто. Сейчас посмотрим. О, олень! Это, что ты тут делаешь? 700. 700? Блин. А кирка по 1400, по-моему. Железная руда 900. А это 400. Один. Серная руда, камни 700. Железная руда 700. Понятно, она хуже. Кирка удачнее намного. Да, но она по 1400 рубит. Ну это у тебя, у тебя же прокачано. А, ну, да? До 8 уровня. У меня 9-го никак бы не намного я дальше-то ушел. Ну, на сотку больше добывает. А, да, то есть. Ох, я пытался попасть и наконец-таки попал. Это всегда хорошо. Да. Так. А ты не заряжал печечки металлом-то? Заряжал. Там сейчас идет. Это отлично вообще. Ну, точнее, шел. Я немного там себе украл. Ну, точнее, как себе. Я немного апгрейживал. Вот. Ну, база. Украл, нифига ты. Украл. Отжал. Вот. И там еще оставалось где-то половина, наверное. То и две сейчас еще закину, потому что сейчас камушка добыл. А ты на базе уже, да? Да, вот сейчас зашел. А можешь мне, пожалуйста, спальник сделать? Если не затруднить. Можешь, конечно. Сейчас я... Сейчас. Метальчик на переделку переложу. А что, у меня еще 12 косарей? А ты сам знаешь, 12 косарей — это очень хорошо. Что-то я кинул нож, а он улетел куда-то. Теперь не найду, да? Ну, это был мой любимый нож. Так, ну все, в принципе. Так, здесь ты кидал. Так, те на третьем этаже, да? Так, как приятно играть, когда 60 FPS показывает. Буду только знал. Не 30, ну к 40 прыгает, ну, нормально. А там я в поле был, не души там, не травинки, там 60. Понял тебя. Так, блин, а где делается этот спальный мешок-то? Вот вопрос. Ящик деревянный, тут самодельная полка, круто. А, вот, даже не видел. Так, и пятерочка. Блин, зачем мне спуститься вниз, кто не скажет? Так, другу отдать. Все, я тебе отдал, короче. Да? Да. Я могу пользоваться им уже, да? Ну, вроде как, да. Отлично. Так, надо... Set Home 1.
все. You have saved the current location as your home. Вот так. Ну, это, конечно, очень замудренные слова ты только что сказал. Вы сохранили эту локацию как свой дом. Понял, понял. Слушай, а почему у нас дырка в потолке? Потому что. Это очень, ты знаешь, грустно. Где? В каком потолке? Да вон, дырка в потолке. А, ну сзади очень. А, нет, она нужна. Подожди, 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 подожди. Так я вот просто забыл, чем идет. Подожди, 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 подожди. Подожди, подожди, подожди. Подожди, просто возьми и подожди. Я прям жду-жду. Ты должен сказать, какие дожди. Подожди, дожди, дожди. О, блин, упал. Так. Вот эта палка почему-то не обделана у нас. Обделенная. В дерево. Зачем в дерево? В камушек. Все в камушек. Да, апгрейд у нас идет. Тут... апгрейд у нас идет просто, ребята. Ну. Мы же киты не прописывали. Ну-ка, да, даже посмотрим. Без китов. Может, зря фармим ходим. Ресурс. Ну, там 5000, по-моему. Ресурсе. Ой, блин, кит. Слышь, кит. Ресурсе. О, погоди, а что, у меня камень, на, что ли? Его один раз можно только получить. Ой, о, как... Оси. Как бедное. Зажали, что ли, кит? Ну. Ну, да ладно. Надеюсь, нас не зарыть. Хотя, ой, жопа, че такое, че подлагивает, да? Сегодня? Да, сегодня вот какие-то вот такие вот лагульки небольшие, небольшие лагулечки. Так, ну вроде все от Регини. Последние запчасти остались. И вроде все. А Ральф тем временем отключился опять. Я опять подключился. Я тут. Тихоря такой. А ты слышишь, да, когда? Да. Я так беспалево тут. Ну, спалево. Ну да. А, наверху... А зачем... Ну ладно. Чего? Да я не понимаю, зачем мы сначала ты просил сделать дырку, а потом сам ее заделал. Ну, я сделал дырку, апгрейдил потолок. Тяжело, да. Апгрейживать. Все, вопросов нет больше. Да, все, я догнал. Я не такой тупой, как ты думаешь. А здесь ты зачем ты это поставил? Мы же люк сейчас будем ставить. Да ладно. Поздно. Транжиры. Поздно, поздно. Надо решеток заделать. Давай сейчас крафчу. У меня металл, в принципе, с собой. Давай. Сейчас посчитаю, сколько раз. Давай, да. Я вот как раз хотел тебя попросить. 25. Нифига себе, нифига себе, просто не так уж и мало. А нет, 20. 20, да? Угу. 20 решеток, плюс сейчас 20-ку здесь сразу прописываем и сборка. Не, нормально, мне металла хватает вроде как. А, ну тут вообще дэшка металла-то используется. Все, иду устанавливать. Я пока тут, ты в шкафу авторизировался? Да, да. Сейчас тогда херачим вот так. Не знаю зачем, пусть будет. Ты имеешь в виду еще один шкаф? Ну, запасной. Ну да. Блин, а что-то вот здесь вот не получается поставить, прикинь. А что так? Не получается. Ну ладно, сейчас придется, наверное, лестницу снести здесь нафиг. Лестница мешает, скорее всего. Негодяйка какая-то, лестница. Так. А через решетки грену можно закинуть в дом? Да не знаю. Навряд ли. Думаешь, игра не позволяет, да, сделать такого? Ну, через решетку-то навряд ли. Так, ну все, осталась только вот эта вот лестница, я тогда ее сношу. С помощью мега штуки, как ремов. Ве. Так. Оп, отлично. И все. Эту железную хреновину я ставлю. Все. Железными мы обделали, уделали, и теперь счастливы. И мы счастливы. Так. Я не знаю, что здесь сделать, может так поставить? Слушай, у нас такой большой дом и так мало ресурсов. Это мастера-строители. Да нам просто здесь даже хранить нечего. Нахрена нам такой большой дом? Не знаю.
Ну, нам будет. Что-то хранить. Да, нас все равно зарейдит. Да. Треугольный фундамент, треугольный пол. О, можно здесь вот так вот смотреть. Так, пожалуй, замучу. Так, а я здесь, план у меня есть по строечке. Я, наверное, здесь еще... Хотя нет, здесь глупо, наверное, дверной проем ставить. У нас ресурсы есть, я что-то потрачу немного. Давай, я пока, ты знаешь, что буду делать? Я в металл пойду. Пока буду грейдить все в металл. Давай. Как растранжирить столько тысячу ресурсов, да, называется? Тысячу камней. Да. Строили в камень, сейчас в металл. Ну да ладно. Да ладно, нафиг он нужен, тут камень. Конечно. Его, он добывается. Ну. А потом еще в МВК все сделать весь дом, это же будет вообще эпик. Ну, это ты знаешь, это нам, конечно, очень много ресурсов нужно. Погоди, а ты на улице? А? Че? А, это ты зашел, да? Угу. Все, я уже испугался, думаю, кто там пин-код подбирает? Кто там? Так, здесь дверку открываем. А, ну дай. Я ж все в металл обделываю. Жу-жу. Ну, да, звуки прикольные, да? Во, вот здесь забыл заделать. Да, а мы сейчас дадим. Прям тут сразу в металл. Жук-жук. Не, ну классно, а звуки, классно. Звуки-то меняются. Ну, разные модели шуруповерта просто. А, ну да. А нарисовано что-то другое. Вот этот звук рабочего шуруповерта был. У этого, которого шляпу сорвало. Так, ну у нас крыша только осталась. Пойду я тогда сверху лучше. А там задел все, да? Давай лестницу. Вроде все, да. Или люк замутим. Да давай лучше люк. Люк-то покруче, мне кажется, будет. Он неудобнее, правда. Пускай будет люк. Сложнее будет добраться. Вот так вот сразу. Вот так вот. Ты еще один тут на стенку пропусти, слышишь? Да, сейчас прости. Блин. Ну ты, в принципе, можешь тоже взять металл. Там не металл, могу, до хрена. Я не умею. Металл? Ладно, возьму сейчас. Правильно. Так. Правильно говоришь. Металл. Блин, столько металла тратится. У-у-у. Так, ладно, сначала... Кстати, там у нас одна небольшая такая штука, то что под шкафом у нас камень. Под вторым шкафом, я имею в виду. Ну ты пробраться не можешь туда никак? Я, если честно, не представляю, где он снизу будет. Ну ладно, сейчас попробуем. Сейчас я здесь все доделаю и уже будем решать вопросы со шкафом. Так, здесь стеночки остались. О, еще одну дверь замутить, еще один замок нужен. Так, а вот это косяк, да, как я понимаю? Дверь, ой, стена здесь стоит. Ну да ладно. Так... Блин, нифига, что, бесконечный, что ли, металл у меня? Че за лаги какие-то странные? Нет, на самом деле хорошо, когда металл бесконечный. Ну да, да, я с тобой... О, все, нет, конечный, прям накаркал. Только сказал, и все, и сразу закончилось. Ну давай, спускайся, дружок, пожалуйста. Металл есть ли? Да, косарь уже, значит, во всех печках по косарю уже, наверное. О, два косаря, отлично. Да, ребятки, сейчас... А, вот в этой печке нет, значит, в этой печке уже кто-то ковырнулся. О, у тебя опять джедайский меч. Видели, ребят? Ой. Джедайский меч, это классно с детства. Как там? Ремуви? Да, ремуви. Ремуви. Это все сделал. Теперь поехали, ребятки, этот этаж обделывать. А крышу-то как мы с тобой сделаем в металл? Ну, залезем туда. Ремонт эту хрень. Я люк туда поставлю. Одну, да, наверное, придется. А, люк, точняк. Сделаем на крышу люк. Это ж идеально. Так. Пола здесь, конечно, просто до задницы. Я даже, наверное, сейчас не очень прав, то, что вот делаю этот пол в металл. Почему? Смысл? Или да. Мы здесь... Фу. А, мы здесь люк поставим. Ты балки-то сделал в пол? Балки в металл сделал? Нет, еще не занимался этим. Пока хорошо. Занимаюсь только вот такими большими делами, как стенки,
рамы вот эти. Потом уже балки, я думаю, в последнюю очередь. Балки-то, если ломать нас будут, то во вторую очередь будут ломать. А я сейчас тогда по этому, по апгрейжу. Давай, хорошо. Прошу прощения, ребят. Нет, горе все, прощения нет. Никогда не будет тебе, да? За такие косяки. Ну. Додумался тоже кашлять. Вы представляете, кашлять. Он что, человек, что ли? Ну. Кашлять. Так, металльчик, металльчик, ребятушки. Металл. Столько металл. Все, люк готов. Залаз. Оп-о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 п. Ну, офигенная база, да? Если так думаешь, да. Ставь лайк. Рай, ну, рай, ставь лайк. Нифига, это ты видел? Ты ну, чего, давай еще разок так же. Ну, да, сейчас, я туда залезу. Нужно же апгрейживать, апгрейд. Не получилось. Да подожди, давай. Сейчас потом на видосе посмотришь у меня. Давай, залазь. Есть, залезаю, давай. Блин, не получается. Короче, меня так откинуло, что вообще. А, ну я понял, ты 5-5-5, да? Да. Ага. И закрыть. Оп, все, и здесь все, ребятки, сейчас. Ну давай, поднимись, друг. Вот, отлично. Подожди, а у меня что? У меня металл, что ли, закончился? О. А, да, нифига себе, у меня на крышу не хватает металла. К сожалению. Это поворот событий. Ну. О, у меня тоже металл закончился. Эх. Да, надо за металлом, короче, дряпать. Блин, столько этажей, а ресурсы все на втором. Мастера. Надо будет переделать, вот на этот этаж все ресурсы переставить. Да, либо можно. На самый высокий. Я решил тут, конечно, попытать удачу. А, ты в ящике-то не смотрел? Может, нам что-нибудь оставили? Нет. Балабас. Да, не оставили, ни хрена. У вас есть свой проект, который очень медленно набирает популярность? Тогда я готов вам помочь. Самые низкие цены, высокое качество и большой спектр услуг. Ссылка в описании.